Привет-привет, ребятки! Сегодня мы продолжим наше приключение с Бобом по Египту. В предыдущий раз мы прошли 13 уровней, то есть чуть больше половины. А сегодня мы пройдем оставшиеся 12 уровней и поможем Бобу вернуться домой. Давайте начинать! А вот и Боб, ребята! Привет, ребятки! Очень рад видеть вас снова! Привет, Боб! Ну что ж, давай начнем. Ты пока немножко подожди, а мы с ребятами возьмем звездочки. Первую и вторую. Так, вот здесь у нас идет лазер. Нажмем на треугольничек. А вот и третья звездочка, ребята. Нажимаем снова на него. Теперь передвигаем вот этот вот наверх. А вот этот вот налево. Тем самым нажимая на кнопочку снизу. И Боб может проходить. Так, теперь передвинем верхний. И ты, Боб, можешь проходить к выходу. Здорово, спасибо, ребята. А вот и следующий уровень, Боб. Так, давай-ка осмотримся, что здесь у нас есть. Во-первых, возьмем звездочку. Вторую звездочку. Так, вот здесь у нас кнопочка, которая запускает перчатку. Здесь у нас еще одна кнопочка. Оп, а вот и звездочка, Боб. Ребятки, если Боб пройдет дальше, он упадет сверху вот из этой трубы. Поэтому давайте ее передвинем налево. И теперь, Боб, можешь проходить. Вот так. Нажимай на кнопочку, и сейчас мы тебя запустим. Вот так вот. Здорово, Боб. Так, а теперь, Боб, нам нужно к выходу. Поэтому спускайся вниз. Вот так вот. Снова нажимай на кнопочку. И мы снова тебя запустим. Эх, не попали. Ну ничего, сейчас попробуем еще разок. Ну да, Боб. Так, сначала вверх, теперь вниз. Опа, снова не попали, Боб. Ну ничего, с третьего раза точно получится. Итак, поднимаем, опускаем. Опа! Отлично, Боб! Можешь проходить к выходу. Так, Боб, смотри, вот на этом уровне у нас таймер. Поэтому его нам нужно проходить быстрее. Берем звездочку. Нажимаем на кнопочку. Берем вторую звездочку. И открываем проход до конца. Так, Боб, теперь можешь проходить. Только аккуратно. Первый лазер. Подожди чуть-чуть. Проходи, Боб. Так, теперь мы тебя развернем. Опа. И ты можешь снова проходить. Отключим средний ток. Подожди чуть-чуть. Отключим последний. И теперь можешь проходить. Разворачиваем. Вперед, Боб. Быстрее прячься в холодильник. Бабах, ребятки! Но Боб остался цел, потому что он спрятался. И теперь может проходить дальше. Здорово! Так, ну где же третья звездочка? Давайте ее поищем, ребятки. Так вот же она, ребятки, прямо по центру. Опа! И теперь Боб может проходить дальше. Так, Боб, постой немножко. Вот здесь какое-то колесико, давайте его покрутим. И появляется звездочка. Берем ее. А вторую звездочку, ребята, нам снова нужно собрать по частям. Вот она первая часть. Вот она вторая часть. Третья. Где же четвертая, ребятки? Ладно, найдем попозже. Здесь у нас есть вот такой вот мостик. А вот здесь у нас есть кнопочка, которая поднимает вот эту платформу. Опустим ее. Так, Боб, проходи. Подвигаем мостик. Так. Теперь, Боб, нажимай на кнопочку. Вот так вот. Делаем каменную копию. Оп. И теперь, Боб, тебе нужно закрыть вот эту ямку, чтобы ты мог пройти к выходу. Так, ребятки, поднимаем Боба наверх.
Проходи, Боб. Вот еще один кусочек. А вот еще одна звездочка. Делаем копию. Опа! И теперь Боб может проходить к выходу. Отлично. Поднимаем Боба. И путь открыт. Так, ну давайте, ребятки, найдем все-таки последнюю часть звездочки. Где же она? Где же ты, последняя часть? Интересно, интересно. Вот же она, ребятки. И наша третья звездочка собрана. Ребятки, если вы нашли эту часть быстрее, ставьте лайк под видео. Ой-ой-ой-ой-ой! Боба немножко отбрасывает назад, но у нас есть вот эта кнопочка, которая останавливает движение. Возьмем звездочку. Здесь у нас есть вот такая штука, которую можно перемещать. Так, снова нажмем на кнопочку. Возьмем вот эту звездочку. А теперь, Боб, можешь проходить так побыстрее, чтобы тебя не ударило током. Отлично, Боб. Теперь можешь спускаться вниз. Но смотрите, ребятки, вот здесь слева у нас три каких-то камушка. Давайте понажимаем. Ага, видимо, нужно на них нажать очень быстро. Эть, вот так вот, здорово. Взяли еще одну звездочку. Теперь, Боб, спускайся вниз. Смотрите, ребятки, теперь Боб постоянно прыгает туда-сюда. Давайте воспользуемся вот этой вот штучкой. И первая часть прохода открыта. Теперь нужно открыть вторую часть прохода. Запрыгивай, Боб, вот сюда. И вторая часть прохода открыта, и Боб может проходить к выходу. Отлично! Так, погоди, Боб. Дай нам с ребятками осмотреться. Вот здесь есть такие вот платформы с кнопочками. Здесь есть кнопочка. Вот здесь есть звездочка, давайте ее сразу возьмем. Здесь еще какие-то кнопочки. Здесь еще одна. Здесь платформа. А вот здесь какая-то вращалка. Так, давайте ее покрутим. Покрутим, покрутим, покрутим. Паучок. А вот и звездочка, ребятки. Здорово. Пойду-ка я нажму кнопочку. Хорошо, Боб, проходи и нажимай. Вот так. Загорелась одна лампочка. Теперь спускаем тебя вниз. Опа! И загорелась вторая лампочка. Подвигаем третью кнопочку. Опа, и выход открыт, и Боб может проходить дальше. А как же третья звездочка? И правда, ребятки, у нас же осталась еще третья звездочка. Давайте ее поищем. Так, вот здесь какие-то кнопки, здесь эти двигающиеся штучки. Так, звездочки не видно пока никак. Может быть, она наверху? Давайте покрутим колесико обратно. Нет, здесь ее нету. Так, опа! Смотрите, ребятки, загорелась лампочка. Подвигаем вторую платформу. А вот и звездочка. Здорово, теперь можно проходить. Ой-ой-ой, лазеры! Да, Боб, ты прав, здесь полно лазеров. Звездочка летит, давай ее возьмем. Теперь давай повернем эти две головы, как мы уже делали ранее. Возьмем вот эту звездочку, а вот и третья звездочка, ребятки. Хотела спрятаться от нас. Так, нажмем вот сюда, тем самым сместив лазер. Теперь, Боб, ты можешь проползать. Вернем лазер на место, и Боб может подниматься наверх. Переместим лазер снова. Боб еще немножко проходит. Так, Боб, подожди. Вот здесь есть кнопочка, но если мы ее нажмем, уберутся сразу две платформы. И ты, Боб, свалишься. Давай уберем вот этот лазер. Эть, и два. Вот так вот, Боб.
Убираем последний лазер, и ты можешь проходить к выходу. Отлично, ребятки, мы справились. Ух, какая темнотища! Да, Боб, ты прав, здесь немножко темновато. Но у нас есть вот такая вот световая платформа, которую мы можем двигать. Проходи, Боб, а мы будем тебе подсвечивать путь. Вот так, по чуть-чуть. Так, теперь нам нужно отключить вот эту штуку. Нажмем кнопочку. Боб может проходить дальше. Вот так вот. Так, Боб, проходи. Теперь мы тебя разворачиваем, и ты можешь проходить дальше. Просветим. Здесь у нас рычаг. Нажимаем его. Проползай, Боб, еще чуть-чуть вперед. Здесь у нас снова электричество. Сейчас мы найдем, как его выключить. Оп, а вот и выключатель, кнопочка. Нажимаем, и электричество выключилось. Проходи, Боб. А как же звездочки? Точно, Боб, давай поищем звездочки. Вот она первая звездочка. Вот она вторая звездочка. Так. А вот и третья звездочка, Боб. Все три звездочки найдены, и ты можешь проходить к выходу. Отлично. Смотрите, ребятки. Вот здесь в пещерах кто-то сидит с большущими клешнями. Вот здесь у нас кнопочки. Опустим платформу и возьмем звездочку. Так, теперь нажмем вот сюда. А вот и вторая звездочка, ребятки. А вот этот механизм поможет нам достать третью звездочку. Соберем звездочку по центру. Вот так вот. И берем. Отлично. Итак, Боб, теперь мы можем двигаться к выходу. Давайте приподнимем вот эту штучку. А зачем мы ее поднимаем? И правда, Боб, давай ее опустим на место. Теперь воспользуемся вот этой кнопочкой снизу. И платформа с Бобом начала двигаться. Так, подождем немножко. И теперь вперед, Боб. Опа! Так, поднимем платформу наверх. Чуть-чуть подвинем Боба. Еще чуть-чуть. Так, Боб, проходи дальше. Опускаем вот эту штуку. Продвигаем Боба еще дальше. Отключаем огонек. Вот так вот. И Боб может проходить к выходу. Здорово, ребятки, мы с вами справились. Ловите звездочку у пчелы. Опа, поймали, Боб. А вот и вторая звездочка. Так, ребятки, а сверху у нас какой-то пылесос, который засасывает муравьев и перемещает их наверх. Давайте нажмем на рычаг. И муравьи скатили нам камушек на кнопочку. Теперь, Боб, можешь проходить. Постой немножко. Заново нажимаем рычаг. Вот так. И теперь Боб может пройти еще чуть-чуть. Так, Боб, постой. Нажимаем рычаг третий раз. И можешь проходить к выходу. А как же третья звездочка? Точно, ребятки, нам же осталась еще третья звездочка. Давайте ее поищем, где же она может быть? Вот здесь ее нету нигде, и здесь нету, и здесь на пылесосе ее нету, и на пальмах ее тоже нету, и внизу ее нету, где же она спряталась? Опа, вот она, ребятки, спряталась за зонтиком. Ну вот, вот теперь можно продолжать. А вот и предпоследний уровень. Давайте возьмем звездочки. Первую. Вторую. А вот и третья. Отлично. Теперь можем двигаться к выходу, Боб. Вот здесь у нас есть рычаг, который отключает лазеры, но делает активными вот эти вот синие кругляшки. Так, Боб, проходи.
Отключаем. Постой чуть-чуть. Снова проходи, Боб. Так, Боб, снова постой, подожди, пока кругляшок отъедет. Теперь пробегай. Отключаем кругляшки. Спускаем Боба вниз. Разворачиваем. Так, ребятки, теперь нужно сделать все аккуратно. Отключаем лазер, и Боб может проходить. Ой, а кто это там такой? Боб, это злой египетский колдун. Именно он тебя сюда и затянул. Но сейчас мы попробуем с ним справиться. Эта кнопочка опускает стену. Это поднимает какую-то еще кнопочку. А это опускает сразу две стены. Теперь нажмем на верхнюю кнопочку. Ой-ой-ой-ой-ой! Не бойся, Боб, мы тебя защитим с помощью стен. Проходи еще чуть-чуть. Опа, и шаман немножко упал. Теперь берем звездочку. И немножко откинем Боба назад, чтобы он спустился вниз. Так, поставим вот эту стену сразу. Берем последнюю звездочку. Вот так вот, Боб. Ой, он опять стреляется! Да, Боб, но у нас снова есть стена. Смотрите, ребятки, когда он стреляется, нужно резко нажать на среднюю кнопочку. Вот так вот, и колдун падает еще ниже. Так, Боб, осталось совсем чуть-чуть. Опускаем вот эти стены, и шаман снова стреляет. Но здесь у нас есть отражающая стена. Давайте ей воспользуемся. Вот так вот. А-а-а, и шаман ударил себя своим же шариком. Пойду-ка его обезврежу. Правильно, правильно, Боб. Получай, злой колдун. Эй, дедушка, не плачь. Я вернулся и принес тебе подарок. Ну вот и все, ребятки. Мы помогли Бобу вернуться из Древнего Египта домой. Спасибо вам, ребятки, за помощь. Пожалуйста, Боб. А на этом мы заканчиваем. До встречи на канале Игрули ТВ. Пока-пока, ребята.